нечего бояться. Представьте, скажите, 11 мая у ДНР день рождения. Праздник ли это для вас? Конечно, для меня, да. Да? Да. На референдум ходили? Конечно. Скажите, сейчас... Я вообще из Донецка не уезжала. Вы не уезжали? Нет. Это героизм. Скажите, а сейчас вы поменяли свое решение или нет? Никогда. Для вас это является праздником? Конечно. Вы ходили на референдум? Да. Да, ходили. Скажите, вот год уже, да, прошел день рождения в республике. Были намечены у нас какие-то цели, по-вашему, мы как-то двигаемся или все-таки стоим на месте? Я думаю, нет, двигаемся. Продвигаемся вперед, и хорошо продвигаемся. Жалели хотя бы раз, что тогда на референдуме сказали «да», приходите? Нет, не жалели. Нет. Мая в ДНР день рождения, это для вас праздник? Да, я там что-то смотрю, матч приехал. Не праздник. Там написано «матч охотник». Вы на референдум не ходили? Нет. Не ходили? Конечно. 11 мая день рождения республики, это для вас праздник или нет? Конечно. Конечно, праздник. Такой вопрос, да. А вы на референдум ходили? Конечно. Ходили, да. Год назад, да? Да. Не возникало за все это время изменить свое решение? Может, вернуться туда и поставить галочку в другом месте? Нет, однозначно нет. Да. Мы изначально, с самого начала, забрали за республику и сейчас. Время, ну, свое решение не поменяем. Скажите, тогда правительство наметило какие-то планы, задачи. Как вы думаете, мы двигаемся в сторону выполнения этих задач или все-таки топчемся на месте? Думаю, какие-то шаги. Иногда хотелось бы куда-то слушать. Да. Хотелось бы, но что не в наших силах. Да, не в наших силах. 11 мая, день рождения ДНР. Для вас это праздник, праздновать будете? Праздновать не будем. Это праздник. Это праздник. Праздновать не будете? Да. А почему праздновать не будете? Ну, возможно, как-то по-своему и будем. А, как-то по-своему. А вы на референдум ходили? Ходили. Ходили. И как, желания вернуться не было и изменить чего-то? Ну... Много чего было, всяких желаний с того момента, но уже ничего не изменили. Скажите, год вот прошел, как вы думаете, мы куда-нибудь двигаемся или все-таки топчемся на месте со своей республикой? Ну, где двигаемся? Мы как-то реализовываем эти планы или все-таки стоим на месте? Ну, они там... Получается, не так все быстро. Я думаю, со временем все будет. Уже концерт вот был, то есть какое-то продвижение идет. Уже кто-то что-то признает эту народную республику. Уже не просто слушает, что-то она значит. Хотя прошел только год. Дальше будет опыт. Серьезного, к сожалению, не происходит. Скажите, 11 мая день рождения ДНР. Вы знаете об этом? Это для вас праздник? Праздник, а вы на референдум ходили? Я нет. Не ходили? Ну, хочется жить лучше, не так, как жили раньше. Сейчас, конечно, ничего не получается жить лучше. Но, думаю, в дальнейшем все будет так лично. Мы как-то двигаемся в сторону выполнения этих целей и планов, или по-вашему все же стоим на месте? Ну, по крайней мере, пока есть какое-то продвижение, но лучше бы хотелось, чтобы давали как бы пенсии, пособия и все-таки чаще выплачивали. Ну, финансовый вопрос, да, всего же больше всего. День рождения ДНР. Скажите, для вас это праздник? Конечно. Праздник? А вы на референдум ходили? Ходили. Ходили на референдум. Почему и украинцы говорят, что если бы мы не ходили, не было бы войны. А мы-то хотим жить в мире и в добру. Да. 11 мая референдум. Скажите, для вас 11 мая, день рождения ДНР, это праздник? Нет. Нет, нет, не праздник? Вы не ходили на референдум или голосовали про это? Не ходили. А, не ходили. Скажите, ну, все-таки живете, вы весь этот год жили в Донецке? Да. Ну, почти. Почти. Ну, понятно, вы ждали тогда, когда боевые действия были? Да нет, мы все боевые практически. А, все боевые были? Ну, считай, герои. Скажите, за год там были намечены, да, какие-то цели, провозглашена какая-то программа была у нас в республике. Мы идем по намеченному пути или все-таки топчемся на месте? Может, не туда свернули? Да почему мы идем по пути, сменилась крыша только другая, кому мы не знаю, ребята, я вам могу сказать, до ДНР я ездил на Лексусе, я сейчас ехал на пешком. Ну, как-то так. Это мая, день рождения республики, для вас это праздник? Да. А на референдум ходили? Да, ходил. Скажите, по прошествии такого времени решение свое поменяли бы, может, вернулись бы назад? Нет, я думаю, скорее бы... Два раза проголосовал, если бы это было возможно. Ну, я думаю, по намеченному пути дойдем, но как бы возникают трудности в молодой республике, это естественно. Вот. Но я думаю, мы придем к верному.